станція метро Автозаводський. Наступний припинок – Карпушкіне. Наступний припинок – Карпушкіне. Екатерина. Ваня.
Баня, где ты с баней? Yeah.
Thank you.
проспект Рокоссовская, 55. А вот мой дом. Очень рядом. А вот. Наступный прибынок. Шерепич. Гостерона. Да. Сверху зачиняется.
Олега Кожавога. Наступный прибынок – мотовелозавод. Наступный прибынок – мотовелозавод. Осторожно, сферы сочиняются. Олег Васильевич Кожавога. Комиссар и член штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». В годы Великой Отечественной войны Олег Кожавой удельничал у створения подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», якая дейничала под керівництвом партизанской организации, был керівником многих диверсий супраць немецко-фашистских оккупантов. В 1943 году организация была раскрыта нацистами. Кожавой спробовал перейти линию фронту, але был схоплен на станции «Катушин». После афганских катований юный патриот был расстрелян, похоронен в братской могиле для нацизма в городе Раменьки. Звание Героя Советского Союза Олег Васильевич Кожавой. Thank you.
Наступный прибыток. Минск, Анапа. Наступный прибыток. Минск, Анапа. Осторожно. Двери зачиняются. Thank you.
доступный прибынок – гостиница «Сподорожник». Доступный прибынок – гостиница «Сподорожник». Осторожно.
Наступный припынок Кадинца. Остановка.
Доступный припынок медколледж. Доступный припынок медколледж. Осторожно. Сверлись за железом. Дальше постоишь. Нам приехать. Я старый человек. Доступный припынок колледж электроники. Осторожно, дверные сочиняются. Уважаемые меньшане и гости столицы, Минский городский совет депутатов, достаточно большого класса власти от 155 годин города Минска, желает мостных здоров, счастья и светлого настроя. Thank you.
Ложжа Гедінця. Наступний припинок. Ложжа Гедінця. Остерожно. Зачиняється. Покиньте транспортный срок.
троллейбус, длиннющий часа, вон, вот, по заводской, вот, Курасовщины. Предприятие электроника, всего лишь 13 градусов тепла. Пытался несколько раз идти дождь, но, слава богу, большой не пошел. Спасибо, что посмотрели. Не болеем, до новых встреч, друзья.